И вот за эти первые два дня я считаю, что мы тему «Я сегодняшний, я завтрашний», «Сегодняшняя история», «Завтрашняя история», «Характеристики». Мы продвинулись очень хорошо. Местами мы затронули тему финансов, именно как это работает у нас на подсознательном уровне и проявляется в нашей повседневной жизни. И по характеристикам, мне кажется, что люди прямо вот, они прочувствовали даже некоторые. Был живой пример женщины, которая была на двухдневном семинаре 3 месяца назад. Она поменяла свою характеристику сама сознательно, то есть она как-то себя называла до этого в общем диалоге с собой, в таком внутреннем диалоге. И она 3 месяца назад поменяла после семинара эту характеристику, какие-то ключевые характеристики именно касательно самой себя. Сегодня она очень так четко, ясно, интересно поделилась о том, что это вот поразительно, но это работает. Я вот почувствовал, что я становлюсь другой, уже стала другой. Поэтому сегодня мы продвинулись, и, честно говоря, вот это ощущается, что второй день, и вообще всегда, даже когда мы проводим двухдневный и, в том числе, более семинар, второй день – это вот именно включение мозга. Прямо вот чувствуется чум! Мозг начинает включаться, у людей развязывается язык, они начинают больше как-то чувствовать себя, вот, делиться внутренним тем, что вскрывается у них, появляется, выходит наружу. А, поэтому считаю, что очень эффективно. И даже с определенным таким, ну, желанием и радостью, да, буду ждать последние 2 дня, потому что вот там, тем более на завтра, на вот день отдыха, на день знакомства, у людей очень важное такое задание, именно написание собственного сценария. У них есть основы в рабочей тетради для этого. Написание собственного сценария, вот эти вот, то есть они должны там всю тетрадь проработать от начала и до конца. Они должны сформулировать для себя новые установки лично. То есть у них такое вот конкретное задание, поэтому если они, даст Бог, его сделают, последние 2 дня у нас будут просто вот они такие, ну, в созидательном плане такие взрывные, то есть разрушающие все старое и четко уже расставляющие по местам все новое. Поэтому у меня прямо вот такое, даже детское какое-то желание, да, увидеть эти последние 2 дня, и, даст Бог, хороший результат.